Так, ну что, мы с вами отправляемся со станции Орехово-Зуево. Недалеко как находится Ликино-Дулево. А вон Капалька поняла. Он стоит там. Да. И, короче, это... Вот. Не там. И правее. Раз. Пошли в Липецкое направление. Здесь ПДС у нас. Ну что, поехали. Следующая остановка, Владимир. Владимирская область. Итак, недалеко находится Ликино-Дулево, где производят автобусы и электробусы марки ЛиАЗ для Москвы. Есть основной электробус ЛиАЗ-6204. Где-то еще недалеко Демиховский машиностроительный завод находится, ДМЗ, где производят, сейчас в данный момент производят там электропоезда серии ЭП-2D. В дальнейшем будут поезда серии ЭП-4ДА, наверное. Наверное, так будет. Что мы с вами от Орехово-Зуево отправились, ну что, пока Подмосковье, разрезают Владимирскую область уже скоро.